И давайте перейдем сразу к докладу, вернее, к его теме. Да? Мы сегодня будем очень много говорить об экстремальном ускорении пайплайнов, в частности, CI/CD пайплайнов. Да? Мы будем говорить о том, почему это плохо, на самом деле не очень много, и очень много будем говорить о том, как это все дело ускорить. Но сначала я еще раз напомню, кто я такой. Да, меня зовут Игорь, и я работаю в Тинькофф, я техлид в одной из инфраструктурных команд, которая специализируется по большой части на JavaScript, на экосистеме вокруг JavaScript. Да, здесь QR-код на мой GitHub-аккаунт, там можно найти ссылки на какие-то другие социальные сети, пишите где угодно, подписывайтесь везде, и будем общаться, собственно. Вот. Помимо работы я периодически выступаю на конференциях, пишу статьи на русском и английском. Правда, в последнее время небольшое затишье, но я надеюсь, когда-нибудь управлюсь в другую сторону. Давайте возвращаться к теме доклада. Собственно, и сначала очень коротко обсудим, что же такое вообще CI/CD pipeline. И я сначала очень долго думал, как организовать следующие слайды, и очень расшифровывал CI/CD, да, Continuous Integration, Continuous Delivery, но понял, что это все очень сложно и не очень клеится как-то в повествовании. И взял, на самом деле, скрин просто из GitLab CI, который этот пайплайн визуализирует. Вот. И здесь мы видим, что фактически CI/CD пайплайн — это какой-то конвейер, который позволяет нам непрерывно тестировать, собирать, линтить наш код, проверять его на качество, да, и потом наше приложение деплоить на какие-то контора, там, тест, деф, не знаю, стейдж, прод, у кого что. И, собственно, делать это все не руками, да, просто что-то помержили в мастер, вернее, создали MR, запустился пайплайн на MR, да, прошли все проверки качества, MR замержили в мастер, на мастере поднялся еще один пайплайн, который вот уже куда-то что-то задеплоил. Итак, здесь видно, что каждый пайплайн состоит из этапов, которые происходят, ну, выполняются последовательно. И эти этапы могут содержать в себе очень много разных задач. И эти задачи выполняются параллельно на каждом из этапов, и длина выполнения по времени, да, этапа равна длине выполнения самой длинной задачи, самой тяжелой задачи. Да, здесь мы, допустим, если у нас, не знаю, тесты выполняются здесь дольше всего, да, то весь этап будет равен по времени выполнения как раз этим тестом. Окей. И тут нужно понимать, что каждая задача чаще всего выполняется на отдельно взятом агенте. То есть одна задача равен один агент. И чтобы не забивать себе голову там, виртуальными машинами еще чем-то, за один агент можно брать там, отдельно взятую машину, да, отдельно взятый сервер, не знаю, ноутбук, все что угодно. Грубо говоря, это какая-то компьютерная единица. Да? Вот, на ней эта задача выполняется и не мешает выполнению других задач. Это если вкратце, да, что такое CI/CD пайплайны. Итак, давайте здесь определимся, что же у нас дано на старте. И на старте у нас есть монорепа, в которой есть 5 приложений, там 46 библиотек. Я ее синтетически сгенерировал и написал очень простой пайплайн. Вот. И как на этот пайплайн не смотри, он вообще очень-очень просто написан и запускает build, тест, lint, вот это все, установку зависимости где-то на одном агенте. И как на него не смотри, собственно, он выполняется 19 минут для каждого, то есть каждое приложение собирается, каждая библиотека линтится, и это все в пустой монорепе условно происходит за 19 минут. Это очень долго. И что такое долгий пайплайн, почему это плохо, мы обсуждать не будем. Просто нужно понимать, что долгий пайплайн – это пустая трата времени. Причем пустая трата времени тестировщика, который ждет эти пайплайны, разработчика, который периодически подпушивает свои ветки и перезапускает эти пайплайны, в лучшем случае перезапускает, в худшем они идут все до конца.
Вот. И это всегда сокращает время поставки ценностей в продакшн, да. И давайте двинемся дальше, да, и чего же мы хотим тогда уж? На самом деле мы хотим всю ту же монорепу, в которой, возможно, будет больше 5 приложений, больше 46 библиотек. Это все будет обрастать какой-то логикой, монорепа будет развиваться, продукт будет развиваться, и монорепа будет все время в каком-то движении, да. И мы все еще хотим очень простой пайплайн, но очень быстрый пайплайн. 19 минут ждать на пустой монорепе. А что же будет дальше, когда количество тестов, линтов, все вот этого увеличится? И здесь спойлер. Это скрин с GitHub, где можно заметить, что вот пайплайн прошел за 1 минуту 24 секунды, что сильно меньше, чем 19 минут. И, возможно, уже кто-то заметил, что это merge request с ветки с названием Step 5. То есть у нас будет всего 5 шагов для того, чтобы достичь этой цифры. Итак, поехали. Шаг первый. На этом шаге я предлагаю независимые задачи выполнять независимо от остальных, да? То есть вот примерное представление описания пайплайна, который у нас есть на старте, да? Это описание в GitHub Actions. Нас не интересует первые 11 строчек, вот только что разве вторая? Здесь видно, что у нас на второй строке один агент, то есть одна задача, на которой выполняются все скрипты последовательно, да, то есть с 12 по 16 строку видно, что выполняется установка зависимости, потом запускаются билды, тесты, линты, это все не параллельно, это все последовательно идет. И именно такой билд, ой, такой пайплайн выполняется 19 минут. Это очень долго, и кажется, что build, тест, линт и end-to-end тесты можно выполнять, запускать на отдельно, да, параллельно на разных агентах, на одном этапе. И я это сделал, и в GitHub Actions это начало выглядеть так, но вы сами понимаете, это гигантская портянка кода уже, да, здесь она даже не влезла, там еще внизу минимум два описания, да, описания двух job, двух задач тех самых, вот, я опять же решил, что это очень сложно, да, подумал, что, наверное, стоит как-то более компактно все визуализировать и немножко по-другому все это скомпоновал. Давайте это визуализировать так, да, мы сами договоримся, что вот этот черный прямоугольник это задача, то есть это один агент, а то, что в нем написано, это скрипты, которые на нем выполняются, да, и здесь видно вот как раз выполняется установка, build, test, lint, end-to-end, все последовательно и прекрасно. И, собственно, здесь я предлагаю просто взять и разделить эти задачи по разным агентам. То есть теперь это будет выглядеть вот так. Да? То есть у нас 4 агента, на котором будет проходить установка зависимостей и задача, которая специализирована для выполнения этого агента. То есть у нас build, lint, test, end-to-end выполняются параллельно и не мешают друг другу. Прекрасно. Что по результатам? Сразу будем прыгать. А, у нас все та же монорепа, у нас все еще очень простой пайплайн, фактически он не очень сильно изменился. И время выполнения этого пайплайна сократилось до 9 минут. Это уже в два раза практически, да, меньше, чем было. Это уже хорошо. Окей, что же дальше? Дальше я предлагаю кэшировать зависимости, которые у нас есть. Да? Если мы опять вернемся к нашему пайплайну, увидим, что на каждом агенте выполняется npm install, что как бы не очень, наверное, хорошо, да? И что же предлагаю я сделать? Я предлагаю npm install вынести на отдельный этап, то есть на самый первый этап. То есть там пайплайн уже состоит из двух этапов, да? На первом этапе мы устанавливаем зависимости, на втором этапе проверяем quality и собираем наше приложение. И, соответственно, на втором этапе все эти скрипты с npm install мы удаляем. Фактически, что мы делаем? Давайте проговорим еще раз. Мы на первом этапе на каком-то агенте устанавливаем зависимости, кэшируем их, и на втором этапе, на следующих агентах мы этот кэш, собственно, забираем, да, с первого этапа и используем везде для того, чтобы запустить уже следующую задачу. И давайте сразу к результатам. У нас все та же монорепа, на протяжении всего доклада будет все та же монорепа. И везде я буду писать, что план очень простой.
И фактически, что нас интересует, это время выполнения той же самой пайплайна. Да. Только эта метрика нас по факту интересует. И здесь мы видим, что это все те же 9 минут. На самом деле, это, скорее всего, даже чуть-чуть побольше, чем на предыдущем пайплайне, потому что нам нужно на первом этапе сохранить кэш, то есть взять этот node model, заархивировать все вот это, да, выгрузить в какой-нибудь S3 или в зависимости от CI, что там используют, какой он object storage, да, потом на других агентах этот кэш выкачать, разархивировать. У нас до этого не было, а тут появилось. Но это на самом деле чаще всего не очень большие какие-то расходы, поэтому на это можно закрыть немножко глаза. И давайте двинемся дальше. Да, здесь важный point, что мы при всем при этом сохранили около 3 минут процессорного времени. То есть, да, у нас там NPM install выполнялся на 4 агентах, и за 4 минуты занимал процессорного времени. Сейчас он занимает всего 3. Ой, одну. То есть, выполняется один раз. Окей, давайте двинемся дальше. И на третьем шаге мы поговорим о том, как нам собирать только то, что изменилось. Да, понятно, что у нас монорепа. И собирать всегда все как-то не очень логично, если там изменилось что-то одно, да. И как я предлагаю модифицировать здесь пайплайн? На самом деле он опять не очень сильно изменится. Просто на втором этапе мы изменим команды запуска, да, условно, для наших скриптов. И вот таким образом примерно это может выглядеть. То есть у нас появился Postgres build lint тест и end-to-end, который гласит affected. То есть мы пытаемся собрать то, что заaffected. Но почему не то, что изменили? Давайте разбираться, что такое affected. Давайте здесь немножко в код окунемся и представим, что мы пишем некую утилиту, которая нам поможет как раз собирать только то, что изменилось. Здесь такой очень простой псевдокод, где на первой строке мы программно получаем в пиаре, да, который мы сделали, пути до измененных файлов с помощью гита или того, что вы используете, VCS, короче. На второй строке мы по измененным файлам понимаем, какие проекты в монорепе изменились. И на третьей строке уже запускаем таски именно для этих проектов. Да? Но тут есть одно но. Давайте разберемся, что не так, собственно, в этой схеме. Здесь, если посмотреть, отображен граф зависимостей внутри монорепы. И в монорепе у нас есть там 5, господи, приложений, да, и вот видно, что это Барселона, Каир и так далее и тому подобное. Там еще Делфи, да, и Мексика, короче говоря, и у каждого приложения есть какая-то своя библиотека, да. Вот, допустим, выбили Каир, и здесь видно, какие-то библиотеки подключены, и Каир еще, и все остальные приложения имеют общие зависимости. Вот Shared Library, да, их целых 8 штук. Окей, давайте подумаем. Вот если изменилось приложение Каир, да, то фактически нам нужно пересобрать, протестировать только приложение Каир. И наша схема с расчетом измененных файлов, она работает. Но что, если изменилась библиотека, например, вот, которая использует Каир? Да, видно, что вот она изменилась, да, и по идее, нужно ли нам пересобирать Каир или нет? Ведь Каир не изменился. Но получается, если в Каир Library есть какие-то ломающие изменения, у нас сломается в продакшене вот это приложение, скорее всего. Дай бог, это выяснится при сборке, а если нет, то получается, что наши пользователи будут страдать. Это, наверное, не очень круто. А если мы выберем какую-нибудь общую библиотеку изменить, то от нее зависит вообще все приложения, да? И получается, что та схема с просто измененными приложениями и сущностями монорепы нам не подходит. То есть нам нужно мало того, что рассчитывать измененные,
сущности, нам нужно брать граф зависимости и по графу смотреть, какие же сущности от этой сущности зависят. То есть в нашем случае вот эти приложения все зависят от одной библиотеки, и их тоже нужно протестировать, сбилдить и тому подобное. То есть проверить вот эти контроль качества, провести. Давайте тогда вносить изменения в наш скрипт, собственно. И тут тоже псевдокод, он не очень сильно изменился, но давайте проговорим. На первом шаге мы теперь рассчитываем тот самый граф, да, который я показывал. Фактически это делается примерно то же самое, да, только в программном виде. А затем третья, четвертая строчка осталась без изменений. Мы находим измененные файлы и измененные проекты. На шестой строке с помощью графа и измененных проектов мы находим те самые заффекченные проекты, да, те проекты, от которых, которых есть зависимость, измененные проекты. И для всех заффекченных проектов, включая измененные, мы запускаем эти таски, да, которые нам нужны. И я втащил это в пайплайн, да, как ты это сделал, и теперь наш пайплайн запускается только для заффекченных проектов в MR. Итак, что по результатам? У нас все та же монорепа, я уже говорил, да, все так же очень простой пайплайн. Он у нас сам пайплайн фактически не изменился, просто появился какой-то тулинг внутри скриптов. И по времени, да, у нас это может занимать от минуты до 9 минут. Почему такой разброс? Потому что там чуть больше минуты будет, если проекты вообще не изменились, да, то есть изменился там какой-нибудь README. И 9 минут, если изменилась какая-то сущность, которая аффектит вообще весь проект. То есть это пересобирается все. Но это уже явно лучше, да, чем всегда пересобирать все. Итак, поехали дальше. Что же у нас будет дальше? И на четвертом шаге я предлагаю не собирать то, что уже собиралось. И кажется, что это очень похоже с предыдущим шагом, но на самом деле нет, потому что на прошлом шаге мы, если вспомним, мы пытались собирать только то, что нужно, то, что изменилось, заэффектилось. А здесь мы собираем только то, что уже еще, вернее, не собиралось. Давайте чуть визуализируем, опять, чтобы было понятно. Предположим, у нас есть какой-то проект, есть вот мастер-ветка. От нее разработчик отводит какую-то фичевую ветку и делает коммит, да? Делает коммит и делает MR к мастеру. И там приехала какая-то критическая фича, которая затрагивает вообще все, весь проект, и в этот пайплайн идет 9 минут. Около 9 минут, ладно. И он делает MR, отдает это тестировщику, тестировщик смотрит, ждет завершения пайплайна, смотрит там на тестовом стенде, приходит к разработчику и дает добро на выкат фичи. Разработчик бежит радостно и делает еще один коммит, дописывает документацию по фиче, делает еще один коммит и пуш в PR, который уже есть. И опять пайплайн перезапускается, да? Разработчик меняет только README фактически, а собирается опять все. Потому что наш вот этот вот заоффекченную историю мы рассчитываем по отношению к мастеру. По отношению к мастеру у нас все еще весь проект изменился. А что делать? По сути, мы весь функционал уже пересобрали, мы его протестировали, и README, по идее, никак не должен влиять на те самые результаты, да, он их не аффектит. По идее, и только спустя вот там 19 минут плюс время разработчика, тестировщика и тому подобное, то есть мы там больше 20 минут, и ты попала все только в мастер. Хотя, казалось бы, может быть намного быстрее, чем того, что проект может разрастаться, эти цифры там вообще очень там, часами уже исчисляются, и, а то и не десятками. И здесь, на самом деле, нужно нам определиться, да, а что значит вообще проект изменился? Как нам понять, что проект изменился по отношению к предыдущему коммиту? Здесь я говорю, да, что README, по идее, не влияет на проект, и он не изменился. Давайте определим. Я выделил, на самом деле, три пункта, которые дают нам понять, что проект в монорепе изменился.
Итак, пункт первый. Изменился исходный код проекта. Ну, это понятно, да, что у Монорепи есть какой-то рут для каждого проекта, и вот все, что там изменилось в этом руте, означает, что проект сам по себе изменился. Окей, с этим мы определились. Пункт номер два. Здесь я выделил изменения проектов, от которых зависит текущий проект. Да? То есть, если там по графу зависимости мы рассчитали, что этот проект заэффектен, то есть он изменился, то значит, он изменился. И здесь я тоже вписал критические к изменению конфигурации, то есть, условно, там, не знаю, JEST-конфиг у вас поменялся для проекта или для врутовый JEST-конфиг, если он у вас есть, или ESLint, или параметры деплоя, сборки, еще чего-то, да, такие критические к изменению конфигурации, которые влияют на тест, build, end-to-end, вот это все. И в последнем пункте я выделил внешние зависимости. Это, если говорить об экосистеме Node.js, то это то, что описано в package.json, да? Те зависимости, которые есть там. Итак, три пункта. И здесь мы опять прыгнем в код, да, в котором мы подумаем, как это использовать. И вот на самом деле это описание некого кэширования, которая позволит нам не пересобирать то, что мы уже собирали. Давайте разбираться. И первые три строки — это как раз три пункта, да, которые я писал раньше про изменение проекта. Вот на первом коде, на первой строке мы пытаемся рассчитать хэш, исходя из исходного кода проекта в Monorepo. Получаем какой-то хэш, да. На второй строке мы рассчитываем хэш, исходя из графа зависимости этого проекта и критических к изменению конфигурации каких-то. Получили хэш. И вот эти строки — это внешние зависимости. Мы тоже все их собираем, хэшируем каким-то образом, получаем хэш. У нас три хэша. И на пятой строке мы из трех хэшей морганим один. Да, и получается, что при изменении любого из них наш хэш меняется. И вот дальше самое интересное, блок try-catch, где в блоке try мы на восьмой строке пытаемся восстановить какой-то кэш, используя полученный хэш как ключ. Да? Окей, если у нас этого не получается, выбрасывается ошибка, что кэша нет. Да? И в кэча мы запускаем таску для этого проекта, мы отслеживаем терминальный output и артефакты, которые оставила таска. Если это build, то это артефакт сборки, да, если это тест, то это coverage, может, какой-то, еще что-то. И сохраняем это все как кэш, используя хэш, опять же, как ключ. И то есть мы сделали очень простую систему на клиенте, которая фактически там не сильно нас перегрузило, да, но что-то добавило интересного. И здесь мы одни и те же таски запуская, мы очень быстро, по идее, должны получать результат. Но это клиентский код, да, он работает на агенте. А давайте еще немножко посмотрим, как это работает за пределами агента, да. Вот у нас есть агент, на нем выполняются какие-то скрипты, задачи, и на нем начал выполняться вот этот наш скрипт, который мы написали. Что же делает агент еще, да? На самом деле здесь появляется API, который занимается очень простой вещью. По рассчитанному хэшу, который вот мы рассчитали, да, для проекта, мы в API идем и получаем две ссылки, фактически. Одну ссылку на чтение, другую ссылку на запись для хранения чтения кэша. Да, все, мы их получаем. Окей, а куда ведут ссылки? А ссылки ведут в Object Storage. Это может быть S3 или еще какое-то объектное хранилище, которое умеет работать с сохранением и отдачей каких-то файлов, да, вот. И, собственно, по одной ссылке мы отдаем архив артефактов, да, которые вот специализированы для этого хэша, по другой ссылке получаем. Все. Все очень просто. Понятно, что здесь появляются две новые сущности, но давайте посмотрим на результаты, чтобы понять, насколько это нам помогает. Сначала давайте ревизуализируем еще раз тот же самый кейс, только представим, что у нас сюда внедрен тот самый кэш. Итак, разработчик отводит фичевую ветку, делает commit, делает merge request, и по этой фиче pipeline идет 9 минут.
отдали тестировщику, тестировщик вернул обратно, сказал, все окей, давай документацию и погнали в прод. Разработчик на радостный пишет документацию, и в случае расчета хэшов, да, то есть мы рассчитываем здесь хэши опять, вот это все, пайплайн работает на полную, и так как изменение readme не попало ни под один из пунктов изменения проекта, у нас хэши не изменились, и фактически для производной сборки мы нашли этих кэш в объектном хранилище и получили его, загрузили, собственно, и отдали как результат выполнения job. И тут время выполнения пайплайна существенно сокращается до 1,5 минут. Как раз это время установки зависимости, расчета хэшей и выгрузки кэша. Но это сильно меньше, чем 9 минут, да, и почти в 2 раза меньше, чем на предыдущем шаге. И после этого мы уже все помержили в мастер. Классно. Давайте по результатам еще раз поговорим. У нас все та же монорепа, очень простой пайплайн, он вообще не изменился, у нас изменился только немножко тулинг. И здесь от 1 минуты до 9, так же, как и на предыдущем шаге, но тут нужно понимать, что 1 минута здесь уже стало намного больше и намного чаще это встречается, да, потому что этот кэш, он шарится в теории, да, он шарится не только между CI-джобами, но еще и между разработчиком и CI, между разработчиками в целом. То есть, если там какой-нибудь Вася пришел на 15 минут раньше Пети на работу, запустил сборку всей монорепы на определенном бранче, а потом Петя пришел и сделал то же самое, а у Васи уже все собралось, то Петя фактически получит просто чуть ли не моментально результаты выполнения этих джоб. Кажется, что это очень круто. Итак, давайте к шагу номер 5. Это последний шаг, и кажется, что куда дальше, но нет, давайте здесь еще поговорим про горизонтальное масштабирование всей этой системы, которая у нас уже есть. Итак, это пайплайн, который у нас есть на протяжении 2 последних шагов, который менялся только тулинг. И давайте смотреть здесь уже на какие-то узкие места, да? А самое узкое место в этой всей истории у нас время. И здесь мы видим, что вот NPM-affected тест, он в пике, когда все меняется, выполняется аж 9 минут. И это сильно больше, чем все остальные шаги. И кажется, что тесты мы могли бы каким-то образом попытаться разнести по разным агентам. То есть выделить еще несколько агентов под тесты, там как-то мануально их разделить, чтобы они запускались определенные тесты на отдельном агенте, и тогда мы сократим время. Но тогда нам вручную нужно балансировать нагрузку агентов. Да? На одном агенте будут там тесты, если поровну их разделить, то там может быть на один агент попадет тест, который очень долго выполняется, на другой очень мало, и один агент работает там 1 минуту, другой 8. Кажется, это все очень не подходит нам. Ручное разделение, балансировка — это всегда сложно. И тут на самом деле мы вспоминаем, что у нас уже есть API, у нас есть агент, на котором выполняются задачи, да? Что если наш агент, который вот, например, на котором гоняются тесты, не будет эти тесты выполнять, да? Что если он в API, который у нас уже есть, будет давать список тасок и периодически запрашивать статус этих тасок, ожидая их выполнения, собственно, да. API, в свою очередь, пойдет в BD, который у нас тоже тут, да, появится каким-то образом, запишет этот список тасок и статусы их выполнения туда. И, собственно, все. А рядом с этим агентом мы поднимем еще N агентов. Ну, здесь у меня влезло только 4, которые будут запускаться все с тем же тулингом, но со специальным флагом, который не будет отдавать список тасок, а будет запрашивать список тасок. То есть каждый агент пойдет в API, сделает запрос за списком тасков, API ему этот список отдаст, агент эти таски выполнит и в API отдаст отчет о выполнении. То есть там код завершения, какие-то логи, вот еще что-то. А разделением тасок между агентами, той самой балансировкой, будет заниматься какой-то таск-менеджер, который, основываясь на данных из BD, на данных о выполнении, о сроке выполнения, о результатах выполнения, будет вот на этой аналитической истории, основываясь, будет раздавать таски
каждому агенту в таком количестве, чтобы каждый агент работал, все агенты работали примерно одно и то же время, да, чтобы не было, чтобы один агент 8 минут лопатит, другой 1 минуту. Нет, чтобы они примерно одинаковое количество времени занимали выполнение тестов, линтов, там, билдов и чего-то еще. Итак, это уже чуть сложнее, чем все, что было до этого, да? Но давайте вернемся к нашему пайплайну и попробуем спроецировать вот то, что я описал на пайплайне, как это будет выглядеть. Ну, здесь я, собственно, предложу сделать следующее. Я предложу билды и end-to-end тесты оставить как есть, потому что у билдов есть специфика по сборке по графу зависимости в Монорепе, там чуть сложнее все будет, скорее всего. Вот. А линты и тесты, запуск вот этих скриптов по линты и тесты мы вытащим на отдельный агент и будем запускать последовательно, но этот агент будет тем самым хостовым агентом, который будет просто отдавать список задач в API. И поднимем еще 6 агентов, которые эти задачи будут выполнять. Да? У нас там где-то есть API, которая балансирует между этими агентами нагрузку по запуску линтов и тестов. И здесь все, здесь можно проваливаться к результатам. И это шаг пятый, да, на котором мы видим, что у нас есть все та же монорепа, есть 5 приложений, 46 библиотек. У нас все еще очень простой пайплайн, он там сильно не меняется. Пайплайн у нас по факту меняется только тулинг чуть-чуть. И вот здесь уже есть прям большое преимущество, да, где у нас самое минимальное изменение выполняется за 1 минуту, а изменения в пике, когда нужно пересобрать вообще прям всю монорепу, выполняются за 4 минуты. И это в 4,5 раза меньше, чем в исходном пайплайне. И при всем при этом тут есть маленький бонус. Если посчитать все процессорное время, которое выполняется, то и на первом, и на последнем шаге это процессорное время будет примерно одинаковое. Подчеркну примерно, потому что, скорее всего, это не всегда так работает, но тем не менее. И это не учитывается работа API, понятно, да, там Object Storage и вот этого всего. Но процессорное время самих агентов сильно не изменилось, но при этом сильно уменьшилось время самого пайплайна. Кажется, это тот результат, к которому мы шли на протяжении 5 шагов, но как это все реализовать, не очень понятно. Да, я много говорил про какие-то системы. Сначала мы начали просто модифицировать пайплайн, потом вообще появился какой-то API, еще что-то. И понятно, что под каждый пайплайн ты не будешь там поднимать отдельно базу, отдельно API какое-то, еще что-то. Поэтому я могу сказать, что все уже украдено до нас. И мы сейчас в этом, наверное, убедимся. Ребята из компании Naravel сочинили сайт, который называется monorepo.com Tools. И там они собрали, собственно, ревью 8 популярных инструментов для работы с монорепой. Здесь есть и Bazel от Google, да, где они там в гигантской своей монорепе его используют каким-то образом. Есть Gradle из мира Java, есть Lerna из мира Node.js, которая там почти умерла или не умерла, непонятно. Есть новенький Turborepo, приобретенный Верселем, есть NX от тех же самых Naravel. И здесь можно посмотреть сравнение этих самых туловин, да, и здесь описаны какие-то основные фичи, которые дает вам Monorepo при работе с пайплайном, и вот зелененьким или красненьким отмечено, умеет ли тулинг с этим работать, да, и вот здесь как раз локальный кэш. Это про то, что мы говорили, да, когда в первый раз ты запускаешь, нет кэша, а потом появляется кэш, и все работает намного быстрее, и видно, что, например, Лерна не умеет в эту историю, да. Оркестрация тасок, ну, это понятно, все умеют, и все это делают. Это вот как раз фича про кэш, который шарится между CI, разработчиками и прочим, да, это та же самая схема с локальным кэшем, только здесь появляется еще и API с BD, тут только Лерна опять этого не умеет, да. Это вот то самое горизонтальное масштабирование, о котором мы говорили, когда таски балансируются между разными агентами, и здесь
Там вот турбореп это не умеет, например, да, там все это можно посмотреть. Тут на самом деле еще есть кэши, вот как раз граф зависимостей, про расчет affected, да, мы тоже об этом говорили, и многое-многое другое. И тут, если поскролить, есть сводная таблица, где вверху есть, господи, скажите, я скажу, тулинг, да, слева есть фичи, и можно посмотреть, какой тулинг что умеет больше. И тут можно найти прям совсем аутсайдеров, да, с большим количеством пропусков. Сколько здесь? Вот 4 у 5, наверное, даже у Лерны. Да, Лерна. Кстати, та же самая компания, что NX поставляет, сейчас мейнтейнит Лерну. И Лерна здесь аутсайдер, да. А NX, можно сказать, здесь лидер. У нее отсутствует только вот одна фича, в которой я даже не разбирался, если честно. Вот, и по факту вы можете зайти на этот сайт, посмотреть, что вам подходит для вашей экосистемы, для вашего стека, и выбрать свой какой-то путь, и начать работать над ускорением пайплайнов, над улучшением DX и всем прочим. Но что используем мы, и я в частности, ну, на самом деле, я всем рекомендую использовать NX. Так повелось, что я несколько лет уже исповедую его использование, собственно, и активно пытаюсь развивать тулинг вокруг NX в Тинькофф. У нас есть и своя библиотека вокруг NX под своей экосистеме, да, и свой NX Cloud — это тот самый API, через который кэширование и балансировка тасок происходит. Мы сделали его сами. У NX есть платный NX Cloud, публичный, да, мы подняли свой. Я периодически забегаю в open source NX Cloud RunX, который сам поднимал тоже, и что-то там делаю. Он тоже позволяет делать то же самое, что NX Cloud, только такой на минималках и для self-hosted. Можете перейти посмотреть, как там, что работает. Правда, там нет документации, но я когда-нибудь к ним вернусь. Вот, и на этом, наверное, я закончу. Мы очень много, да, говорили про ускорение пайплайнов. Мы сархитектурили даже целую какой-то сервис, ускорили пайплайн несколько раз. И я долго работал над этим докладом. Мемы с котиками мне предоставили мои коллеги, с которыми я прогонялся раз, наверное, 5. Вот, спасибо им большое. И все шаги, которые мы прошли сегодня, все 5, они есть на GitHub, в монорепе, в которой используется NX. Вот они один в один, там ветки step 1, 2, 3, 4, 5. Это все можно посмотреть. Это правда работает. Это работает с публичным сервисом NXCloud. Но это не меняет никакой, не имеет никакой роли, да, здесь особо. Вот, на этом у меня все. Спасибо вам огромное, что послушали. И сейчас упрыгну в спешл чат, и там могу поотвечать на ваши вопросы.